Всем привет! Вы смотрите видео-версию сайта военноедело.ком. Российские военные отработали оборону 201-й военной базы в Таджикистане. В распространенном в среду сообщении пресс-службы Центрального военного округа говорится, что в рамках учений подразделения антитеррора 201-й российской военной базы в Таджикистане отработали оборону военного городка Душанбинского гарнизона. ТАСС сообщает, что по легенде учений несколько вооруженных групп предприняли попытку захвата КПП и госпиталя воинской части. Подразделения противодействия антитеррору были подняты по тревоге и оперативно прибыли к месту выполнения задач, говорится в пресс-релизе Центрального военного округа. В ходе учебной отработки противодействия террористической угрозе личный состав отработал взаимодействие подразделений и групп, а также умение владеть специальными средствами разминирования, связь, использование средств разведки и наблюдения. Все подразделения, находящиеся на боевом дежурстве, справились с выполнением всех требований и нормативов, предъявляемых подразделениям антитеррора, цитирует ТАСС заявление пресс-службы округа. Отметим, российская 201-я военная база расположена в Таджикистане и будет находиться там до 2042 года. Напомним, 6 октября Госкомитет национальной безопасности Таджикистана сообщил о вооруженном нападении на пограничную заставу на таджикско-узбекской границе. В результате боестолкновения 15 нападавших боевиков были ликвидированы. По поступившей информации, нападавшие были членами запрещенной в России организации «Исламское государство». На этом пока все. Еще больше новостей и информации на нашем сайте военноедело.ком.